Может, лучше мы с тобой посмотрим мультфильм? У меня есть Патати и Патата, давай. Патати и Патата для детей. Я уже большой. Тогда можно поиграть со снежным шаром. Ух ты, а это что? Это ничего. Эй, так нечестно! Скажи, что это там за подарки? Знаешь, я не могу тебе сказать, что это подарки на 35 ближайших дней рождения Эдриана, потому что ты расскажешь Нину, он расскажет Эдриану, а Эдриан подумает, что я сумасшедшая. Но, возможно, так и есть. Я не должна говорить тебе о том, что я секретный эльф Санта-Клауса и что я присматриваю за его коробкой с подарками. Но тебе же это не интересно, ведь всякие подарки для детей, правда? А ты у нас уже большой. Это неправда! Что? Что ты уже большой? Нет, ты врешь, что ты секретный эльф Санта-Клауса! Я и так слишком много рассказала. Погоди, получается, ты можешь заранее подарить мне мой подарок? Разрушитель Гроботек Ультима! Поищем! Он должен лежать в самой большой коробке! Секундочку, ты же сам говорил, что игрушки для детишек. Так и есть! Чаще всего, но Гроботек особенный. Да неужели? Что ж, мне жаль, но рождественские правила нерушимы. Подарок будет ждать праздника. Санта дарит их на Рождество, не на Пасху и не на Хэллоуин. Иначе их спокойно разносили бы какие-нибудь кролики или ведьмы. Но... раз ты его знаешь, попроси его. Ты можешь ему позвонить или отправить имейл? Нет, Санта-Клауса нельзя беспокоить, только если не Рождество. В остальное время он на Северном полюсе, и там он следит за производством игрушек. Кроме того, твоего подарка здесь нет. Эльфам нельзя хранить подарки знакомых детей. Он у одного из других эльфов. И его может найти только Санта, потому что он знает, кому и что он дарит. Список прилежных детей у него. Но у рождественского правила есть исключение. Правда? Какое? Какое? Санта может сделать одно исключение для самого послушного ребенка во всем мире. А кто самый послушный ребенок во всем мире? Может, Леди Баг? Ну, она уже 1000 раз спасла Париж, так что это логично. Или, может быть, кто-то, кто всегда за собой убирает и играет с игрушками для детей своего возраста. Марине, это вы мы! Вы тут развлекаетесь? Да, конечно. Как вам фильм? Потрясно. Спасибо, что присмотрела за братцем. Что не так, братишка? Я хочу, чтобы скорее пришло Рождество! Я не знаю, с чего он вдруг так распереживался. Ладно, нам, наверное, уже пора идти. До скорого! До встречи в школе! Да, пока, Нино. До встречи, Крис! Просилась посидеть с ним, Маринет. Не скучайте. Не будем. Все будет чудесно. Мы с ним отличные друзья. Мне не стоило тебе врать о том, что я эльф Санты. Но ты вел себя как... ребенок. Я знаю. Мама говорит, что врать плохо. Поэтому с этого момента мы будем говорить друг другу правду. Хорошо? Хорошо, если ты не будешь пытаться вести себя как взрослый. Итак, ты не эльф, но у тебя все же есть один секрет, верно? Какой секрет? Что? О чем это ты? Что-то вроде тайной личности? Нет, секрет в сундуке! Ладно, только правда. В школе есть мальчик, который мне нравится. Нет, хватит! Ненавижу телячьей нежности! Гадость! О, я так влюблена! Мечтаю держать его за руку и вместе с ним смотреть на звезды! Я дружу с лучшим издателем манго в Японии. Я могу поговорить с ним насчет ваших комиксов. Вот ведь она лгунья. Хватит на ней зацикливаться, Марина. Я проверила экзаменационные работы. Большинство справились хорошо. Кто-то лучше, кто-то хуже. И у меня есть еще один комментарий. Маринет, пожалуйста, дай мне свой портфель. Я хочу кое-что проверить. Сегодня мне кое-кто оставил анонимную записку, где заявлялось, что ты украла ответы к экзамену. И, похоже, анонимный доносчик был прав. Это неправда. Видимо, кто-то подбросил мне эту бумагу. Но все ответы были верными. Да вы что? Ну, конечно, потому что я занималась... Но, Маринет, всегда высокие оценки за тесты. Это на тебя не похоже, Маринет. Обычно ты хорошо себя ведешь. Ну, конечно.
Это ты подбросила мне ответы, ты анонимный доносчик. Я пытаюсь тебя защитить, а ты меня обвиняешь. Нельзя бездоказательно обвинять, Маринет. Я уверена, что это она украла ответы. Это невозможно, Маринет, у Лайлы самая низкая оценка за тест. Ну, значит, она завалила экзамен специально. Извините, мадемуазель Бестье, но все знают, что Маринет никогда не списывает. Ага, он прав. Ерунда она бы какая-то. Не стала, вы же знаете, Маринет, она так не поступает. Маринет, Лайла, пожалуйста, идите в кабинет директора, пока мы не докопаемся до сути. Я же поклялась, что сделаю твою жизнь невыносимой, Маринет. Посмотрим, как выпутаешься на этот раз. Я не попадусь в твою ловушку, Лайла. Слишком поздно, ты уже попала. Ты куда это? Сейчас все узнаешь. Готова? Ай, ой, нога! Что произошло? Маринет столкнула меня с лестницы. В мой кабинет. Намси, это была не я, я ничего не делала. Не знаю, почему Маринет меня не любит. Я так старалась с ней подружиться, но она постоянно называет меня лгуньей и настраивает всех против меня, а теперь толкает с лестницы. Это абсолютная ложь. Слушаю, Лайла. Она даже забрала ожерелье, которое досталось мне от бабушки. Подвеску лисы. Забрала, то есть украла? Но это неправда, я никогда ничего не воровала. Моя дочь не воровка. Почему мы должны этому верить? Где доказательства? О, доказательства есть. Открой шкафчик, пожалуйста. Бабушкина подвеска. Она просто все выдумывает. Это была не я, я ничего не делала, клянусь. Но ты же знаешь, что Лайла врет, правда, Эдриан? Месье Дамокл, я не думаю... Маринет Дюпенчен, вы исключены из школы. За этой редкой болезни иногда я не могу контролировать свои слова. Прошу, прости меня, Маринет. Спасибо за признание, Лайла. Маринет, уже завтра ты можешь вернуться в школу. Как это никто не понимает? Все не всегда так, как кажется на первый взгляд. Так что, знаешь, я не понимаю, почему ты вообще все это затеяла и почему так неожиданно решила все исправить. Но я очень рада, что ты способна осознать свою неправоту. Иногда. Как ты сказала, все не всегда так, как кажется на первый взгляд. Я с самого начала знал, что наша дочь невиновна. О, ведь это твои одноклассники. И мы посетим съемочную площадку Габриэля Агреста, где возьмем эксклюзивное интервью у его новой музы, мадемуазель Лайлы. О, я так рада, что болезнь не мешает ей следовать за мечтой. Вы живете один? У вас есть семья? Так-так-так-так! Ты правда детектив с длинным носом? Не трогай ничего! Оставь мешок и уходи! Отличное тесто! Эй, нет! Не трогай! Это делается... Не переживайте, я знаю, как это делается. Берешь тесто и замешиваешь, ритмично надавливая, легонько похлопывая... Тесто становится эластичным, и в нем появляется глютен, и оно не теряет форму после запекания. Ты школьница, заучившая урок, но искусство выпечки сложнее. Я тоже свое дело знаю. Может, даже лучше вас, старичок. Лучше меня? Лучше меня? Лучше меня! Шарлотта, Мария, Луиза, Маргарита, вы это слышали? Лучше меня! Вставай к столу, сейчас посмотрим. Жерман, мы будем печь хлеб вместе. Вот и увидим, кто пекарь, а кому только муку доставлять можно. Видишь, дрожжи? Моя семья выращивает их уже более 2000 лет. С тех пор, как мой непокорный предок Хлебомик Скальский, пекарь из армариканской деревни, не погиб вместе с Верцингетригом. Если точнее, он был моим пра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 п
Но пришли римляне и стали класть на хлеб всякие овощи и сыры. И создали пиццу. А я люблю пиццу. Любишь пиццу? Как, Жермен, ты любишь пиццу? Очень люблю. Она любит пиццу. Ну ведь так нельзя! Нельзя смешивать тесто с сыром и помидорами! Так же, как мой сын с женой почему-то решили, что добавляя в тесто рис, они смогут сделать хлеб менее калорийным! Но ведь так же нельзя! А что, если это правда вкусно? Вы пробовали хлеб сына? Да-да-да-да! Зачем? Я и так знаю, что он невкусный, печь хлеб из рисовой муки! Так ведь просто нельзя! А по-моему, это изобретательно. Что? Так ваш сын тоже пекарь? У меня больше нет сына, с тех пор, как он предал меня. Тем, что добавляет рис в тесто для хлеба? Так просто делать нельзя! Если мой хлеб получится таким же вкусным, как ваш, вы сделаете кое-что для меня? Что? Что тебе от меня надо? Вы пекарь или детектив с длинным носом? Твой хлеб все равно проиграет моему. Это песня. Мы с сыном не раз пели ее вместе, когда замешивали тесто. Ты точно не можешь ее знать, если только ты не... О, нет, это невозможно. Да, я ваша родная внучка, Маринет. Ты дочь моего сына? Вранье! У меня нет внучки. Предательство, обман. Это все равно, что портить хлеб добавками. Бесполезно. Так просто нельзя. Вон, убирайся, убирайся. Вон, врунья. Нет, я никуда не уйду. Сначала вы попробуете мой хлеб, как вы мне обещали. Хочешь остаться здесь? Так и оставайся. Нравится вам это или нет, но вы мой дедушка. И сегодня день рождения вашего сына. Я ничего не слышал. Когда во Франции ввели оплачиваемый отпуск? О, Тики, прошу, не говори об отдыхе. Это же для завтрашнего теста по истории. А он введен в 1936 году. Отлично. Ты сейчас рисуешь на футболке. Может, тебе пора сделать перерыв? Не могу, Тики. Я должна закончить до завтра. До завтра! До завтра! Маринет! У нас турнир в Ultimate Mega Strike! Видеоигра? Я уже и не помню, когда в последний раз играла в видеоигры. Нет, я не сдамся. Папа, мне надо сделать футболки для кошечек, подготовиться к тесту, нарисовать эскизы для нового постера Джаггеда Стоуна, и все это я должна успеть сделать до завтра. А конец недели будет еще хуже, у меня нет выбора, придется отказаться от игры. Что? Отказаться? Но, Маринет, игры — это как щепотка соли в багете. Они делают жизнь намного вкуснее. Папа, у меня сейчас столько пирогов в печи, что они вот-вот сгорят, если я отлучусь. И соль здесь точно не поможет. Ладно, очень жаль. Но не забывай следить за яблочным пирогом, иначе скоро он вытечет на пирог с корицей. Ну почему же она так быстро растет? Такова жизнь, Том. Ну что, проигравший идет стирать? Ха! О! Ты меня сделала! Ну как это? Ты что, так вот тренировалась? Тройной космический удар! Бам! Да, получай! Итак, оплачиваемые отпуска были введены, чтобы позволить рабочим отдохнуть и поиграть в видеоигры. Нет! Вот ты где. Мне не приснилось, что я тебя заполнила. Осталось закончить футболки для кошечек, проверить домашку по-английскому и нарисовать постер. Это для моей новой видеоигры. Видеоигры. Не волнуйтесь, мастер. Суперкота за миллион лет не догадается, что я Леди Баг. А я теперь знаю, что он не учится в моей школе. Он вообще думал, что это детский сад. Маринет, если бы тебе пришлось расстаться с Леди Баг из-за меня, я бы этого себе не простила. Мы все допускаем ошибки, но я знаю, что на тебя я могу положиться. За всю историю никто из владельцев талисманов не имел достаточной сил, чтобы использовать одновременно столько талисманов. Маринет действительно особенная, мастер.